Литры пользы и здоровья для всех северян. Очищено серебром, улучшенного качества глубокой доочистки. Все это вода Дилан. Современные кулеры Gold Sun для дома, дачи, офиса. И главное, с 30% скидкой. Спеши заказать. Телефон доставки 65 77 65. Здравствуйте, меня зовут Мария. Мы находимся с вами в отделе товаров для творчества и праздника «Фантазеры», который располагается в торговом центре «Пирамида». Мыло. Казалось бы, нет ничего проще. Но любой бытовой предмет может стать объектом для творчества. Существует три способа изготовления мыла в домашних условиях. Первый из них – это обогащение уже готового детского мыла. Второй способ – так называемое мыло с нуля. Процесс настолько длительный и сложный, что отваживаются на него лишь единицы. И третий способ – обогащение специальной мыльной основы, наиболее простой и доступный для всех. Именно с этим способом мы и будем сегодня с вами знакомиться. Для этого нам понадобится мыльная основа, масло облепихи, косметическая отдушка, пищевой краситель, спирт и мика. Мыльная основа, которую мы будем использовать, российского производства и не содержит пресловутых лаурилсульфатов и парабенов, что особенно важно для людей, склонных к различным аллергическим реакциям. Для изготовления такого мыла нам понадобится матовая и прозрачная основа. Нарезаем мыльную основу небольшими квадратиками. Складываем полученные квадратики в посуду, пригодную для микроволновки. Помещаем емкость в микроволновую печь буквально на несколько секунд. Обращаю ваше внимание, что наше мыло состоит из двух слоев. И сейчас мы будем заливать первый из них. Для изготовления мыла мы будем использовать силиконовую формочку. Наша основа готова, и мы будем заливать первый слой. Выливаем основу. И помним, что мыльная основа застывает очень быстро. После того, как мы залили основу, сбрызгиваем все спиртом. Пока застывает первый слой, мы готовим ингредиенты для второго. Нарезаем снова основу. Ее количество должно быть равно объему формочки. На первых порах, для того, чтобы определить количество, необходимое для одного куска мыла, вы можете воспользоваться весами. С опытом вы научитесь это делать на глаз. Для того, чтобы слои лучше сцепились, необходимо сделать небольшие насечки. Снова растопим нашу основу. И будем готовить наполнение для нее. Для того, чтобы сделать наше мыло максимально полезным, мы будем добавлять в него масло облепихи. Я думаю, что о полезных свойствах его все знают. Приятный аромат ему придаст отдушка брусника, а красивый цвет – пищевой краситель. На этот раз наша основа находилась в микроволновке немножко дольше. Добавляем в расплавленную форму необходимые ингредиенты. Половину чайной ложки масла, облепиховое масло, помимо полезности, придает еще и цвет. Несколько капель отдушки и буквально капелька пищевого красителя. Работать с растопленной основой нужно максимально быстро. Сбрызгиваем первый слой спиртом и выливаем. И снова сбрызгиваем спиртом. Наше мыло почти готово, осталось немножко подождать. Наше мыло стало твердым, и мы можем его доставать. Следует помнить, что хранить такое мыло можно не более полугода. Все материалы, необходимые для изготовления мыла, вы можете приобрести в отделе «Фантазеры», который располагается в торговом центре «Пирамида». Освоить все тонкости этого интересного хобби вы сможете на мастер-классах в отделе «Фантазеры». Желаем вам творческих успехов и ждем вас в гости! Литры пользы и здоровья для всех северян. Очищено серебром, улучшенного качества глубокой доочистки. Все это вода Дилан. Современные кулеры Gold Sun для дома, дачи, офиса. И главное, с 30% скидкой. Спеши заказать. Телефон доставки 65 77 65.